Как зовут? Варвара. Бай. Опыт работы у тебя есть? Угу. Поехали. Варь, ты молодец, в общем. Ты нам подходишь? О, девочки, какие вы веселые. Ну что, домой спать? Да нет, мы, наверное, в гостиницу поедем. У нас там бар круглосуточный. Давай с нами, Артур. Девчонкам позвоним, подружке подъедем. Извините, девочки, но дела. Пойдемте, провожу. Прошу, пошли. Прошу. Оп. Довези их, куда скажут. Зачем можешь оставить себе? Все, было так здорово. Удачи. Осторожно. Сейчас, погоди. Да. Алло, Олег, помоги, пожалуйста. Что случилось? Я в гостинице «Жемчужина». Мы были на открытии казино, потом поехали в бар. Познакомились с тремя парнями и приехали сюда. Они вроде нормальные были, а потом стали приставать и заперлись с девчонками в номере. Олег, пожалуйста, приезжай сюда скорее. Я очень боюсь, пожалуйста. Как можно скорее, я не знаю, что делать, Олег. Ладно, тяни время, сейчас буду. Да. Че, что-то срочно или что? Да, стриптизерша наша звонила. С девчонками в баре в гостинице сидели. Какие-то гопники пристали, одну чуть в сортире не отымели, остальных в номер загнали. Да хорош, что-то от них не убудет. Это мои девчонки. Че ты закипел? Не вопрос, но так надо, погнали. Да их там четверо, а мы без плеток. А без этого не переживай. У меня в багажнике набор есть. Юный бейсболист называется, понял? Че, в каком они номере? В 430-м. Все нормально? Я-то да, вот девчонки. Огни борту. Давай. Наташа! Я за нее. Это что такое? Китайская. Может, перекуришь? Че? Сюда, говорю, иди! Что ты с ним возишь? Да борец он какой-то! Мальчики, все в порядке? Вот как-то так.